Assalomu alaykum turkmen oglanlar qızlar bratva buni adamlarga anna varyas i kim öynäkler jaňa dip men seni söýýändise moşunja tortçagaş podarkajyklar ramadodan poýahaly pasmotrim kim jaňa de kim jaňa pasmotrim çöýüz etdi wit poýahaly assalomu alaykum oglanlar Bom yaxşı jaň taw oglanlar ona bugün короче bir video düşürýäs i jaňa suda podaýdy we şundan düşürär şeýle video düşürýäs siz öýdäkler jaňa etmeli И эжеңе яда какага мен сени сөйян демели. Оң үчүнөм шулай ачык мошту бир торт жага шалясы бериясы да. Кеме жаңа же эжеңем как? Эне. Боланы что посмотрим реакция энесин реакциясын көрөлөн. Амчала катта тесине. Алло. Ко мене? Мен сени сөйян эне билиямсың сени? Биле ок мы? Söyyen seni mi? Ne bileyim okmayın. Ne yapmam da oturuyor abi. Oğlay sen söyyen ne bileyim biliyorsun değil mi? Ya ben seni oturma. Ne biçim? Yok. Ya be itmen aynen ben yıkıca senin ip başlayan o. Oy. Bu yarın dıkınma. Yok. Böyle aynen. Ne yapmam da oturuyor abi. Ama. Var ne can eder. Ne yedirin? Can eder ne? Bali, bratishka, Dasha, ты мне вот так вот, я не сын сыянекен, и не бэрду, сага мадодан, мошну торчага штим. Спасибо. Давай, огон, ну сагло, давай. Девушка, здравствуйте. Сегодня мы снимаем видео, вы должны позвонить своим родителям и сказать, что вы их любите. За это вы получаете такой очень мощный тортик здесь. Ну, давайте, попробуем. Давайте, супер. Кому звоним? Маме. Маме? Только на громкую связь нужно ставить, чтобы ее реакция была слышна. Надеюсь, он ничего лишнего не ляпает. А мы надеемся, что наоборот. Алло. Мам, как дела? Нормально, ты как? Пойдет, что делаешь? Ничего. Мам, я тебя люблю. Ты что? Я тебя люблю, говорю. Очень приятно. Ты где? На работе. Что хорошо, что? Ладно, мам, давай. Не, а что случилось? А что случилось? Вот так вот, мам, не звоним, не говорим, я тебе. Вот вам тортик, посмотрите вообще, что там за тортик. Давай посмотрим. Вот так. Вот откройте его. Опа, давайте сам. Опа. Просто порвите, да. Вот такой вот шоколадный. Как раз орехами. Мы сейчас попьем чаек. Да, супер. Давайте, девчонки, я извиняюсь. Мы, короче, этот видео снимаем сегодня. Вы должны позвонить своим родителям и сказать, что вы их любите. Можем сделать? Да, без проблем. Да? Конечно. Кто будет звонить? Давай, я попробую. Да, мою маму вы знаете. Да, знаю. Смысл мне звонить? А кому звоним? Мамуле. Мамуле, как обычно мамуле. А что папуле не звоним? Никто папе. Все мамам звонят, братва. На громкую связь, да? Мамуль, привет, как дела? Нормально. Как самочувствие? Там тоже потихоньку. Я тебе редко это говорю, но я тебя очень сильно люблю, мамуль. Да, как хорошо. Я радуюсь. Вот а то ты, смотрите, а то какое-то время ты отдалился от меня вообще. Извини, мамуль. Ладно, извини. Я как вспоминаю, как мы, ты у меня была полтора года, как мы с тобой сблизились, как мы радовались всему. Да, мамуль, извини еще раз, я тебя безумно люблю. Больше всех, ты же знаешь. Я знаю, что ты больше всех, но почему такое у тебя охлаждение получилось? Ну, это не из-за тебя. Временные трудности, мамуль. Все, потом позвоню, мамуль. Ладно, все, вечерком, спасибо. Давай. Люблю. Дочка. Давай. Я тебя тоже люблю. Ты моя дочка. Да, мамуль, конечно. Пока. Вот так вот нужно почаще говорить маму, что вы их любите. Пожалуйста, вот это вот. Все нормально. Вот это тортик, супер тортик. Спасибо, что позвонили маме. И всего хорошего. Давайте, пока-пока, девчонки. Давайте, пока-пока. Как-то так, вот так, братва. Нужно звонить почаще мамам и папам. Девушка, здравствуйте. Салам. Салам.
короче, бәрі біз видеоды шүріяз, сіз өйіңізді әкілері жаңатмәлі, и өйіңізді әкілері мен сен сөйенімәлі. Оның үшінде мошын торчаға шүріяз сіре. Едіяз мі? Бәлі. Бәлі, давай кімі жаңа дияз? Әжемі жаңа дәйміз. Әжемі, әр кімі жаңа дияды, қақасына жаңа дияны ек. На громкий поставить? Давай на громкого. Алло. Эджа, гоми аделя? Гоми аделя? Кого, худая шкур. Эджа, сөйен сені? Менен сен сөйен, нен болмалызым, нен чын бейді сөйбол дейін? Йон, хич сөйен, майдайын дейдім. Менен сен сөйен қойдым. Бауыр әжі. Сау ол жаң әдер. Бағашта көрі әңі мен сені сөйен, сені көп бірақ. Гүнна жаң әтмә, жейді әжіңе мен сені сөйен немелі. Алай үшті, әттор жағаш сенкі. Спасибо. Болу, давай, всего хорошо. Давай, пока-пока. Бауыр, сау ол. Гүттік, брата, поехал. Девчонки, привет. Здравствуйте. Тут, короче, мы видео снимаем. Вы должны позвонить своим родителям и сказать, что вы их любите. За это получаете вот такой вот мощный тортик. Можем сделать? Можем. Кто будет звонить, ты или ты? Я. Ты? Кому будем звонить? Маме. Опять маме. Под братство, а что это такое? Все маме, а папе что, никто не звонит? Папа трубку не возьмет. Ну хорошо, давай маме. Опа. Сейчас мама тоже трубку не возьмет. Сейчас скажет, ты что, пупом приколола? Мам, привет. Мам, я тебя люблю. Я тебя, что случилось? Ничего, я просто люблю. Да ладно. Да. Ты тут где-то сдохла, что ли? Хорошо, спасибо. Как дела? Нормально. Ну все, все, мам, я подзвоню потом. Пока. Давай, пока. У тебя все нормально? Да, 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 мам. Там ничего перебродившего не ела? Нет, нет, все ок, мам. Смотри, аккуратно будь. Ладно. Давай. Пока. Вот супер, от души. Вот так надо почаще звонить мамам и говорить, что вы их любите. Вот так вам тортик. Все, всего хорошего. Давайте, пока-пока. Здравствуйте, я извиняюсь. Мы снимаем видео сегодня. Короче, вы должны позвонить своим родителям и сказать, что вы их любите. За это получаете вот такой вот мощный тортик. Сделаем? Конечно, сделаем. Обязательно. И без этого. Супер. Кому звоним? Маме. Маме, как обычно, маме. Папе никто не звонит. Папу не хочу тревожить. Папу не хочу тревожить. Угу. На громкую связь можно? Можно, это можно. Это тортики. Очень хорошо. Алло. Мамулечка. А? Я тебя люблю, родная моя, милая моя, золотая моя. Мамулечка, я тебя люблю. Ты у меня солнышко. Я тоже тебя люблю. Барьян. Барьян, барьян, мамуль, барьян. Алле, она же барзак, барзак, ты валя. Барьян, мамулечка. Пало, хорошо, тургат. Хорошо, мамулечка. Целую тебя, люблю, подойду, мам. Люблю тебя, обнимаю. Вот что значит мама. Вот, пало, мама, пало, хорошо, тур. Вот это любовь мамы называется. Да. Вот, пожалуйста, вам такой вот тортик. Спасибо. Спасибо. Салам алейкум. Здравствуйте. Короче, мы тут видео снимаем. Вы должны позвонить своим родителям и сказать, что вы их любите, или кому-нибудь из родных. Можем сделать одно видео? Конечно. За это вы получаете вот такой вот мощный тортик. Все. Сделаем? Конечно. Кому звонить будем? Жене. Жене? Давайте, супер. Короче, брат, твоя на джанга диагорор федер. Реакцию. Давай маме позвоним. Давай маме позвоним, маме, вот. Мама по-любому в любое время возьмет трубку. Ну почему не папе? Всегда звоним мамам, а папам не звоним. Маме позвоним, маме. Алло. Алло, да. Мам, привет, как дела? Пойдет нормально. Мам, я тебя очень-очень сильно люблю. Я тебя тоже чувствую, мама. Ничего, нормально все. Пап, ты не пугай меня. Не, нормально все, мам. Ты на работе? Ничего, ты на работе? Да. Хорошо, ладно, работа, мам.
Давай, пока, мам. Набито? Нормально все, говорю я тебе. Не пугай меня. Вали. Все супер, молодчина. Давай, вот такой вот тебе тортик. Все, спасибо большое. Все, давай, всего хорошего. Красавчик. Почаще звони мамам, родным, говори, что их любишь. Обязательно.